Продолжаем выпуск. Здание городской администрации планируют отремонтировать. На работы планируют потратить 4,5 миллиона рублей. Работы должны завершить до 30 сентября этого года. На сайте госзакупок опубликован аукцион по выполнению работ по ремонту внутреннего фасада объекта культурного наследия федерального значения – здания губернского правления и казенной палаты. Ныне здание администрации Твери, находящегося в Твери, по улице Советская, дом 11. За 4,5 миллиона планируется укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, провести перетирку штукатурки, отреставрировать фасады, откосы и полностью покрасить здание.